Маргарита! Что там купил? Солнце в глаза светит, да? Смотрите, ребята, мы купили пшено и пошли кормить голубей. Смотрите, смотрите. Ой, они берут нас на таран. А голуби уже тут как тут. А мы их еще и не кормили. Подождите, дайте нам пройти. Пойдем вот сюда, где много места. Они просто видят людей, которые выходят из гастронома и слетаются. Иди сюда. Они просто за нами кружат. Мама! Мне от нас насали, пришлось нам высыпать пол пачки. Потому что они просто садятся на голову и на руки. Сейчас рассыпешь все. Вот сюда положи. Вот так бери. Смотрите. А? Були, смотрите. Кто смелый? Ну, Маргарита! Она взяла просто всю пачку, килограмм высыпала. Знаете, Гули, 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 смотрите. Кто будет? А, Маргарита, это просто куча. Собираю, собираю мешок. Собирай голубей мешок. Собирай. Я хотела показать фокус дрессированных голубей. О, видите? Можно просто выставлять руку, а они слетаются. Ой, не бейте друг дружку, ну не бейте. Ай, мне же царапают меня коготками. Ну-ка, не деритесь. Не деритесь. Смотрите, дерутся, стоят. Да, лови их, лови, Маргарита. А вот сел и сидит тут, не дерется. Правда, их когти, они прям держатся больно за руку, острыми коготочками. Поймаешь кого-нибудь? Поймай. Нет, не у меня, моего не отдам. Это вон там себе поймай. Ай, ну, конечно, они коготочками держатся. Поймай вон из кучки, их прям можно брать, собирать голубей. Ай. Да не деритесь. А. Лови, Маргарита, лови. И вот они вот такие. Ай, а лапки такие у них горячие и острые когти. Смотри, смотрите, их можно подходить, вот так прям собирать. Смотри, сколько. Вот ты им высыпала, одни едят, а другие не едят. Все в одну кучу. Сыпануло. Самые наглые, кто попал в кучку, те едят, а эти не едят. Смотрите, эти. Эти. Подавился, наверное. Смотрите, смотрите. Кто подавился? Голубь, смотрите. Смотрите. Вот такие здесь голуби. Их очень много. Смотрите, можно просто брать вот так и собирать. Ой, кто-то подавился, чихает. Берешь и все.
маленький, господи, такой маленький. Господи, ешь, ешь, ешь. Ой, не топчитесь по малышу. Не топчитесь по малышу. Не топчитесь. Это такой маленький какой-то. Ой, ой, на, 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 на. Голуби. Скажите, в вашем городе такие же наглые голуби или нет? Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока! Вы были на канале Маргоша Игрушки в городе Новороссийск. Пока-пока!